Так, ребят, всем привет, играем в ВОП против Свена. Он же Дрэгба или Сван, не знаю, похуй. Сейчас надо качественный первый ход сделать. На самом деле сложно его сделать качественным, на самом деле. Допустим, солью в танго, два зисом. На самом деле, наверное, так я и сделаю. Пожалуй, что. Хорошо, там четверочка была. Пять-четыре, я ему делаю 6-4, то есть ему нужно сейчас обязательно перебивать моего зиса. Предположим, я просто ставлю на 6. Если ставлю на 6, он уже никак не догонит моего претера. То есть он должен будет сейчас перебивать меня эд 13. Насколько он будет перебивать меня эдом 13? 5 плюс 5, 4 плюс 4, да, в принципе. Наверное, даже вот так как-то надо сделать. На 6 это победа, то есть он должен ставить хотя бы на 5 эда. Да, думаю, вот так, на 7. Если сольет мне карту, будет угадайка. Вроде бы как. Или нет, 5. Скорее всего, не будет угадайки, на самом деле. Но он, похоже, что идет перебивать. Сколько там? Идеально. Фух, блять, ебать, я, конечно, сделал. Красиво, красиво, блять. Да, красиво, ничего не скажешь. Ну, заебись, что 1-0. До 5 побед мы тут играем. Колодка моя стандартная, 5 плюс 3. То есть у меня, по идее, с бонусами должно все получше выходить, чем у него. Первый бой у него заход был очень сильный. Единственное, что мне непонятно, почему он играет с картой 6-6 на росте атак мод, а не играет с Абсолимом, не знаю, типа, может там, конечно, и Абсолим стоит. И типа две двойки со стороны хунты, Абсолим. И, ну, кстати, может быть, может быть. Кстати, будет, даже не знаю, хорошо или плохо, похуй, ладно, смотрим дальше. Ага, там 3-3, 4-2. Это 12 звезд, на 13 звезд джанки. Джанки 8-8. Ой, блять, 4-4 это 8. Плюс 2, плюс 3. Значит, там стоит минимум минус урон, тройка. И какая-то двойка стоит. Не знаю, какая именно. Что я могу сказать? У него нет ни одного ЦО в деке. Ни одного. Это для меня заебись, потому что у меня все на обилках построено. Да и в принципе, наверное, и все, что я могу здесь сказать. Конкретно по бою пока сложно сказать, что тут будет конкретно в этом бою. Вот он начал с най зачем-то. Не знаю, можно, конечно, начать с танго, сделать 4. Но потом поставлю дадли, он очевидно, что пойдет с Наташи, как бы. То есть мне придется, видимо, сливать Кристофера ему. Мне тогда блинка поставит. Да, интересно, на самом деле. Вот Ная меня здесь может, блядь, типа, напрягать. Ебануть его дадли, слить ему в танго. Против танго, наверное, мне взят Флойда 6. И потом он просто пробьет меня блинком. Пять. Может быть, претер просто на один ему поставить. Претер на один. Допустим, он ставит там на 4, да, опять свои. 5 сделал. Начал с дадли. Против дадли он пойдет, очевидно, что с Наташи. Хотя, с другой стороны, я могу, по-моему, из танга начать, типа, 4 сделать. Потом, если он начнет с Флойда, я ему просто сливаю дадли. Кстати, да. Угу. Окей. Не видел я особого смысла перебивать это. Можно было перебить, но потом бы все равно пришлось бы угадывать. Правда, и сейчас мне, конечно, придется угадывать. Начну, допустим, с танго. Он мне, допустим, сольет Наташу. Потом, значит, он будет мне по-любому ставить блинка. В танк на 2 это вроде бы как моя победа. Что он будет делать с этим? Блинк на 2. Скорее всего, блинк на 2 и пойдет. То есть в танк должен идти, соответственно, на 3. Если идет блинк на 4, у меня будет 11, я потом ставлю на 5, это будет победа. То есть в танк либо 2, либо 3. Он мне либо поставит блинка на 2, либо сольет Наташу. Ставлю в танго на 3, он мне сливает Наташу. Потом, естественно, начинает с блинка.
Сейчас начинает блинка, и блинк будет догонять моего Дадли с куражом. Кристофера тоже будет догонять. То есть мне надо будет... Ладно, в пизду вот так, короче, сделаю, а там посмотрим. Вроде бы, если он пойдет перебивать меня блинком на 3, ну, на 4, на 4, то я потом выиграю, потому что слив Наташи. Очень все заебись вроде будет. Бля, если он блинка наоборот оставит... Не, вроде нормально. Вроде нормально должно быть. Наташа, значит, сливает, видимо. Да. К сожалению, он сливает. Так, окей. Что мне с этим делать? Кстати, я на самом деле знаю, что я буду делать, наверное. И не знаю. Да, энка у него там останется. Что-то дерьмо какое-то выходит. Да, на победку я даже не знаю, как тут выйти. Четыре у меня там останется. У него будет четвертая сила. Да, тоже какая-то ничейка. Блять, ебаное говно, конечно, вышло. Что сказать. Похуй, ебану. Окей. Окей. Ну, что я, что он, мы сделали вообще не особо типичные ходы. То есть, на самом деле, я не думал, что он пойдет на все с куражом. Но он пошел на все с куражом. Как бы окей. Это было действительно что-то неожиданное. Я думал, что он пойдет, на самом деле, крыт, но потом думаю, нет, он не пойдет крыт, меня сольет. Потом думаю, ладно, похуй, тогда можно ёбнуть. Ну, короче, пока все идет неплохо. Ну и, в принципе, я ощущаю, что здесь, конечно, дек получше сделал, чем, блядь, на первый воп. Потому что на первый воп я играл не по своим правилам, этот воп уже по моим правилам. Да, здесь стойка на минус урон, она практически бесполезная. Но в этом бою она может иногда только что-то сделать, да? Зис. Что будет делать мой Зис? На самом деле он должен типа понять, что если я его ёбну зисом, то ему будет полная пизда, да? Мне вообще кажется, что он пойдет орелдом в 64. Почему-то мне так кажется. Допустим, он идет на 7 орелдом. А у меня будет отрыв на 2, если я пойду на 5. Потом, допустим, поставит Наю. Против Най, если я сыграю на 2 корпусом, то я потом по-любому проведу бафа. Если, допустим, он перебьет, он сделает 1 плюс 5, я ему потом 4 плюс 3. В общем, вроде да, вот так как-то хочу сыграть. Смотри, наверное, надо было поменьше ставить, что-то, не знаю. Скорее всего, хуйню какую-то сделал. Сейчас видим, конечно, но, скорее всего, да. Или нет. Блять, там 7 всего. Хуёво, конечно, вышло. Ну как хуёво, в принципе, нормально. Типа, я ничего особенного не пропустил, называется. Ну, что он будет дальше делать. Наташа.
самом деле есть желание, конечно, с Илией, наверное, надо как-нибудь здесь ответить. Давай и ответим с нее. Спать на 4 дал. Охуеть, ты ебанутый, что ли, совсем? Да, я лично думал, что он мне, скорее всего, сольет карту. Ну тут он взял, ладно. Чё-то, блядь, он меня удивил, конечно, этим ходом. Учитывая, что я мог ему тупо слить, блядь, картонку. Типа, что, блядь? Да, интересно, конечно, вышло. Ну ладно, окей. Этот бой он взял. Ну интересно, конечно, сыграл, ничего не скажешь, блядь. 4 аж, блядь, поставил. Пиздец. Живой там вообще, нет? Ну окей. Так, у него есть и манов в этом бою, к слову. Что он может взять? Он здесь должен как-то играть в тайхода, типа. Давай вот так попробуем сделать. Бля, на самом деле, что-то я не знаю. Сейчас такие вот ситуации начинаются, что хуй поймешь, что делать. Сейчас, типа, такая ситуация, что вроде бы я должен просто ёбнуть Зисом, либо его слить, да? Поэтому он может там на 2 тимана во мне поставить. Сколько там? 6-7? Угу, семерку опять он дает. Не то, чтобы это было очень плохо, но не то, чтобы это было очень хорошо, называется. Что-то из этой серии. Бля, может я уже въебал вообще эту партию? Нет. Такого здесь нет. Хм. Не знаю, что-то какое-то говно вообще пахнет на самом деле, каким-то говном. Допустим, я ставлю на 4 с Илью, он ставит на 3 Наташу, да? Бля, допустим, я ставлю вообще Сылью на 2, он мне ебашит Наташей. Р2 я, значит, должен буду... Бля, да я вообще не знаю, здесь, походу, я въебался. Ну, нет такого. Пять. Вообще не буду делать. Трёшку дал. Теперь типа в чем суть? Кристофер с куражом делает для меня ничью. Может мне, кстати, говоря, Флойда поставить сейчас, не? Он делает те же 3 урона, только потом мне не дает взять еще и кураж. Типа у меня 5, значит ему нужно. Ой, блядь, ебать сложно. Блять! Сука! Не угадал.
Ай, блядь, не угадал, поел говна называется. Ну пизда чё. Чё-то, блядь, начинается все не очень весело. Тиманов этот, блядь, еще ебаный, ну пизда какая-то, не знаю. Ще да мне это вообще же просто нравится. Ой, блядь, начинается непонятно что. Найт заходит, блядь. Ничего, похуй. Сейчас опять начнется вот это с Най, блядь. Потом, если вас цели, он, блядь, сливает Наташу эту. Ебана, она просто меня уже, блядь, бесит, нахуй, ебучая, блядь, карта. Не знаю, тут даже, наверное, с Ильон надо R1 слить, потом начать встать. Короче, иди нахуй. Так делаем. Угу. Окей, пусть будет так. Четыре урона делаю. Он мне ставит, допустим, Флойда. Да, мне вообще такое ощущение, что он Флойда мне попробует сейчас вернуть. Чем не слить так дело? Допустим, сливает, потом стоит Авиол, да, я, допустим, его дебну Париоттером, 4-4, ну да, вот это нормально должно выйти. Бля, я не знаю вообще, что делать, какое-то полное говно выходит. Бля, короче, в пизду я опять въебал. Я не знаю, что делать, блядь, я начинаю уже тильтиться, это видно. Мега тильт. Там 4. Ебать. Там 6. Ну, кстати, так теоретически шансы остаются. Окей. Если бы я ему слил бы карту сейчас, у меня будет, наверное, больше. Я бы сказал, что у меня шансов немного больше. Пизду вот так делаю. Блять, сплетанул. Блин, ты говна там поел, что ли? Ну пизда. Не знаю, какое-то говно полное пока выходит. Уже, блядь, счет даже не в мою пользу. Пососал я, конечно, нихуйно так. Еще там 3-2 уже, по-моему. Бля, надо собраться, типа, не хватало въебаться опять. 5-2 нахуй этому высранцу ебаному. Ну, не знаю, походу он меня опять под игилду, блядь, переиграл. Типа вот эти вот его картонки, они меня просто, блядь, по силе перебивают, а я на дамаж нихуя не успеваю. Вот опять, типа, казалось бы, все окей, пора сдачи, а что мне делать с этой ебучей най вообще? Похуй, давай так, я не знаю. Блядь, да ты заебал на 6 стай, ты долбеб, что ли, совсем? Иди нахуй с ними 6 вали. Уже рот ебал эту игру. Ну, честно. Все такое ощущение, что там немного он, конечно, деку подкорректировал. Потому что, не знаю, хотя хуй его знает. Пока что, конечно, все в говно идет у меня. Больше здесь нечего, по-моему, сказать.
вообще мог, блядь, делать с этой най. Поставить, наверное, на 6 в танго. Наверное, я так и должен был сделать. Потом R2 слить ему Зиса, нахуй. Блять, я рот ебал. Сосать, блять. Угадай-ка, еще одна будет. Пиздец, я так, наверное, заебусь угадывать, конечно, все это дерьмо, блять. Бля, ну эту угадайку надо брать. Угадайку надо брать мне. Вообще не ебу, что делать. Ох, солью. Сосать. Сосать. Хорошо. Живем пока, таи-таи, окей. Ну, не знаю, как-то очень сильно уверенно мне идет. После первых боев я явно думал, что не будет так сложно. О. Окей. Играем. Смотрим дальше, что будет. Пока, таи-таи. Так. Понятно. С другой стороны, возможно, даже это и к лучшему, конкретно в данной ситуации. Что делать? На самом деле большой тоже вопрос тут. Не особо как бы понятно. Третий ход я, значит, буду бить. Два. Даже не знаю. На 6 хочется, на самом деле, даже в танго поставить. 4 делаю, потом с целью сливаю, мне делать най. Потом там максимум 5. То это если он... Пизду, давай на 6, ёбну. Трёшку всего дал. Чё-то маловато, конечно. Чё-то, конечно, маловато. 4-4, 5-4, то есть ему понадобится по-любому кураж. Если я поставлю силию на 2, он может максимум наю на 1. Он должен даже стоять именно на её. Я могу с другой стороны поставить бафа. Нет, если я поставлю бафа, он может меня даже рядом 13 ёбнуть, сделать 4 урона, потом поставить наю. Не знаю, что там будет, тоже какой-то кал. Могу на самом деле силию на 2, мне допустим наю в 0. Потом ставит, естественно, мне Трэвиса. По Трэвису я иду претером. Да тоже могу быть там легко говна поесть. С бафа, допустим, я реально начинаю. Он будет отвечать мне седа. Делать мне 4 урона. Ставит наю. Блять, что делать вообще? Надо было, видимо, претера ставить. Это моя уже ошибка. Бафа 4, потом ная. Это не может сделать тоже 4 урона, кстати. Я тогда уже даже не отыграюсь. Если я просто сливаю силу, он мне в 0 наю, 2 урона сделал. Что-то я не знаю, кого-то я походу говна опять поел. Надо было, видимо, с претера начинать.
Поставить его, допустим, на 5, да. Бля, короче, походу я хуйню какую-то сделал. Вот что я могу сказать. Ой, блядь, да. Я явно затупил вторым ходом. Это уже очевидно, блядь. Точнее, нет, я затупил первым ходом. Во-первых, не надо было ставить 6, во-вторых, не надо было ставить в танго. То есть, двойной, блядь, мисплей. Типа, теперь я удивляюсь, то, что я сейчас могу отсосать хуй. Еще одна угадайка. 50 на 50. А если бы я, кстати, слил в ноль бы слил? Из 7 у меня бы оставалось бы 5. Да не, победы явно не было там, блядь. Да хуя слишком атаки. Пизду сливаю. Хорошо. Ой, блядь, ну я, конечно, ебаный король 50 на 50. Что сказать. 4-3, кое-как, блядь, вытаскиваю это говно. На угадайках ебучих. Ну, в принципе, я думаю... Ну я не доигрываю, это очевидно, типа, если в первом вопе нашем я думал, что мне не везло на заход, и теперь я понимаю, что я просто, видимо, не всегда доигрывал. То есть, и здесь я могу прям вот честно сказать, что я не доиграл. Это очевидно, я не доиграл. Я сделал мисплей. Мне нельзя было играть так, как я сыграл. А я так сыграл, в итоге были проблемы. Ладно, похуй, что тут. Моноджанки. Моноджанки, окей. Моноджанки, так моноджанки. Претер будет иметь обилку первый-третий ход. Вот это, кстати, вот, ну, это надо на самом деле просчитывать, то есть. Я почему-то это не прочитал, и вот, говнишка появилась. Ой, блядь, да, непросто, конечно. Здесь надо его разыгрывать сразу же. Окей. Это пока не проблема. Будет опять 50 на 50, если не поставлю сейчас на 7 в танго. Если я поставлю на 7 в танго, он мне, предположим, сольет Трэвиса. Предположим, сольет Трэвиса. Потом пойдет с Риолда. Надо будет ставить его на 6. 30 плюс 16. Ну, в принципе, нормально. Похуй, давай. Тем, конечно, я много засадил. Реально много. Я, блядь, скорее всего, говно какое-то опять сделал, не знаю, блядь. Скорее всего, плохой ход.
Типа, зачем я это сделал, если потом все равно угадать? Пиздец. Сам свои же ходы, нахуй, не понимаю. Просто долбоёб, походу. Гадай, 50 на 50 выходит какая-то. Очередная. Хм. Блядь. Чё, опять слить ему, что ли? Блять, да похуй, держим марку. Нет, в этот раз он угадал, окей. 4-4, ну я не знаю, опять, блять, на мисплей какого-то говна, блять, наделал. Сижу, блять, я не знаю, ну, пиздец. Ой, бля, 4-4. Потная пиздец, я не знаю, ну это тупо мои мисплей. И больше нету сказать. И поэтому я должен был брать. Второго шанса может уже, блядь, не быть. Угу. Я не знаю, что делать. Реально не знаю, что делать. Похуй, я не знаю, я на мисплеил слишком много. Ну, блядь, нехуй ему сказать. Столько хуйни, блядь, наделать. Столько, блядь, мисплеев, это просто ебануться можно. Неудивительно, что я сосу хуй. Реально, неудивительно. Ебать, неужели я прочитал ход впервые за эти бои? Пиздец, блять, я в ахуе. Впервые за эти бои мне удалось, блять, прочитать ход. Пиздец, блять. Неимоверно, но факт. Ой, бля, так можно и выиграть, конечно, уже. Чё тут сказать-то, блять? Ой, бля, пиздец, впервые. Реально, впервые за эти бои. По-моему, я тут даже уже действительно выиграл. Типа, идет Флойд, ставлю Сицилию на 5, если он перебивает Флойдом на 3. У меня будет десятка, я просто Кристофером перебью.
и он потом что-нибудь мне там внесет. Если он мне сливает Флойда в ноль, я его ебашу с Цилей. Вношу ему 5. Потом мне сделает 2 куража. Может ли он сделать 2 куража? Если в ноль идет, то да, 2 куража может сделать. Так, подожди, тогда мне это не устраивает. 15 так мода, а если... Нет, надо по-любому идти там на 5. Так, 2 куража, если он сделает, это будет ровно ничейка. Так. Бля, ну этот бой надо обязательно, типа, брать. Так близко, блядь, к победе я еще не был, называется. Блять, но если я на трешку поставлю, там у него шанс еще будет, в этом проблема вся. И даже если там один, да, у меня все равно будет шанс потом на угадалку. Пизду, я не знаю, что делать. Слава богу, блядь. Фу, блядь. Пиздец. Взято. А надо ли мне было вообще этот кураж, чтобы делать? 5 урона. Нахуй вообще делать? В эти долбоёб, конечно.